добро пожаловать в очередной влог. Мы пришли пообедать в чайхану номер один. Она находится в Колумбусе. Там впереди. Привет! I love your makeup. У нее классный макияж сделан. А я сегодня попробовала новую помаду от Tarte. Она называется... What's the name of that lip color I'm using? Birthday suit? Очень классная. И мы поедем на Красную площадь, потом хотим попробовать попасть в Кремль, но ничего еще не можем обещать, потому что Дженнифер не очень себя хорошо чувствует, к сожалению. Поэтому маленькими шажками будем двигаться к своей цели, ну а там посмотрим, как все будет. Нам так понравилась чайхана вообще. Ну, мы тут были уже. Ощущение, что мы где-то в джунглях или на корабле. Смотрите, у Дженнифер макияж просто нереально красивый. I'm just saying that I really, really like your makeup. You want me to check out my glasses? Красотка наша, спасибо, спасибо вам всем за классные комментарии, слова добрые. Do you want to say спасибо for good comments and like sweet comments and love comments? Спасибо, thank you for support. Being so kind and caring, it's very nice to get that from people I haven't met yet. Okay, она то, что она сказала, давайте я скажу. Спасибо всем огромное за поддержку, за слова ободрения, любви, заботы. На самом деле я практически все, что успела, перевела. Очень много комментариев. Одна просто в шоке от того, что так много людей, которые ее даже не знают лично, да, ну, как сказать, встретили только вот так вот по видео, что столько вот просто тепла вы излучаете, так что молодцы, спасибо, я очень это ценю тоже от вас, и она прям расцвела вся, наша красавица. Давайте посмотрим, что мы тут будем брать. Тут когда обед, по-моему, с часа до 5, 30% скидка на все меню. У нее меню на английском, у меня обычное. И видите, у них мне очень нравится меню. Оно сделано как журналы глянцевые. Тут прям такие картины обалденные, картинки. Подождите, все течет. Это просто журнал. Вот оно, само меню. Тут невероятно вкусные суши. Кто любит вкусно поесть? Очевидно, это мы. Роллы всякие, очень-очень тут все вкусно. И у них очень вкусные домашние лимонады. И сейчас она еще чай себе возьмет. Тоже покажу. Да. Мы когда в прошлый раз сюда приходили, здесь был бесплатный мастер-класс для деток на открытой кухне. Представляете, они все вместе готовят шеф-поваром. Судя по всему, им было очень весело, потому что очень много смеха было слышно. И также здесь есть детская комната, где-то там, далеко, за стеной. И там работают педагоги и аниматоры. То есть не просто какая-то тетя там, не пойми откуда, караоке тут он есть. Аж до 5 утра, вау. Так, о, и если заказываете по, наверное, какому-нибудь Delivery Club или что-нибудь там, 22% скидочка. Ну, классно, что сейчас днем скидка 30% на заказ. Прикольно. Do you wanna wave your hand? Очень рада, что в этом месте к нам реально потрясающе относятся. А вот в ресторане «Русский», который как бы наш самый знаменитый ресторан, там относятся к своим клиентам как к унитазу. Это, наверное, к унитазу лучше относится. Интересно, что в чайхане ко всем,
сколько бы раз это было, но все очень хорошо. Этот пакост. Ем. Окей. That's not the right tea, I think. Только я начала говорить, что все тут круто, блин, принесли мне тот чай, но он хоть молча так понюхал, открыл, не он. That was funny how he kind of opened the lid, he smelled it, and then he's like, okay, whatever. И он просто, короче, ушел. What did you say about that? It's 30% off during lunch, which means 30% off service. А, типа 30% от ланча, значит, и 30% от обслуги, или как это правильно? Сервис. Вот, сервис это называется. Вот так. Ну, ладно. Are you having fun? I am. Здесь чай подогревается чайной свечой. Что с моим языком? Is gay. What to do now? Зашли в аптеку огромную, 36,6, а то смотрите, органик-то есть. Фаранджипани где-то видела, по-моему. Или что, нет? По-моему, Эрен Влади все время их рекламировала раньше. У нее даже вон гель есть разные. А вон фаранджипани, да. А может, это гель был, я не помню. Если вы пробовали органик-то, расскажите, как вам. Стоит ли своих денег? I'm saying that you're trying to be a vlogger now too. 2 недели прошло, и наконец-то я себе пуховик дошла. Снежной королеве пуховик пальто. Самый лучший вариант на нашу московскую зиму. Хотя Дженнифер этого абсолютно не понимает. Для нее зима это что-то такое, когда нужно одеть очень толстый свитер. А для нас это прям реально валенки, шубы и всякие пуховики. The girl who's like cleaning up the floor, she's like, what are they doing? Okay, let's go. Все, мы поехали на Красную площадь. Наша поездка на Красную площадь прервалась заходом в магазин меха Алиф. И Дженнифер нашла себе шубу. Представляете, она так классно на ней смотрится. Я просто не могу. Она сейчас по телефону, по-моему, вон пытается Робсону написать. What's he saying? Я не могу, прям она так красиво выглядит сегодня. Посмотрите, у нее макияж невероятно красивый. Но еще она теперь вся улыбается, потому что, похоже, Робсон сказал да. Она богиня по уговариванию, наверное, покупки шубы. I'm saying that you're a goddess of begging. He said yeah. Покупаем. Скажи всем, амин. Say, покупаем. Я надеюсь, она удалит всю свою переписку с моего телефона. Я даже представить боюсь, что она там написывает ему. Do you wanna try it one more time before you get it?
Я хочу, чтобы она померила его, посмотрели. Реально очень круто. I love it, love it, love it, love it. Do you feel comfortable in it? Is it light enough? Oh yeah. Yeah? It doesn't feel heavy on me. Okay. Ну вообще. Yeah. I have a fur coat too, so I can wear it tomorrow too. Yeah. You need it in your life. Do you want me to tell? So, what do you think about the fur coat? I love the fur coat. I want it so bad. Ей так шубка понравилась, реально. Муж прям разрешил, но у нее теперь сомнения такие, что типа нужно, не нужно. Зашли в одежду королеву, девушка так старалась, но у них нету вообще размеров больших и даже вот таких как бы оверсайзов нет. I'm talking about this place. I was very sad. Все началось с банальной жилетки меховой, и вот к чему мы пришли, к шубе. Спасибо всем, кто комментарии, отзывы там, да, написал в Инстаграм по поводу сторис и шубки. Да, ей реально она идет, но как бы для ее размера, комплекции, да, достаточно тяжело найти вещи, и она в нее так влюбилась, что просто вот, ну, I'm just like, I don't know what to do. I don't think anything's gonna beat that coat. Oh no. Она говорит, что вряд ли что-то ей понравится больше, чем эта шубка. You may have to buy it. Блин, я прям не могу, у нее такой макияж красивый. I can't, like, your makeup is so beautiful. Aww, I can't stop looking at, staring at it. Спасибо. Пожалуйста. Тут красиво так. You're gonna have Columbus in your dreams when you go back home. Короче, сейчас вот мы думаем, чего брать, не брать. So what do you think? We'll go home? Мы уже всю Красную площадь, короче, пропустили, всю вспышку. Завтра поедем с новой шубой фотографироваться. Загрузка пошла. Loading, loading, loading. Buffering. I feel like we have to go back and get that coat. You did so much. I mean, it's like love from first sight. Любовь с первого взгляда. И мы оставили номер телефона. Мне, пока мы были в Снежной Королеве, позвонили и сказали, что девушка, у нас только что началась акция. Скидка 10%. Представляете? То ж приходите, забирайте, я там стояла, хохотала прям в трубку, я говорю, да ладно, вот прям только что началась, да-да, серьезно, все сейчас, у всех кризис, все пытаются все продать. Вот в Снежной Королеве скидки сейчас 15% будет. Так что, ладно, пойдем. Okay, you know it's 10% off too. Yeah, I mean, if she's gonna save me $60, then I'll take it, you know. Yeah. Короче, сейчас посмотрим. У меня сегодня на глазах палетка what's her name? Jaclyn Hill Morphe. Вы у меня часто спрашиваете, какие у меня тени на глазах. Последнее время это только Jaclyn Hill, но в предыдущих видео, которые вот достаточно старые, это почти всегда Colourpop Birthday Cake. Вот. Я не знаю, по-моему, это лимитка, но если сейчас сравнивать вообще палитки для теней, очень многие цвета одинаковые, вот честно. Вот Morphe и The Kid, Urban Decay, ну серьезно, они прям одинаково выглядят цвета, только в Morphe там цветов куда больше. I'm just saying how, you know, like the Urban Decay, The Kid and Jaclyn Hill palette, like how they have like same colors, like same exact. I even took both of them, you know, and compared. Yeah. Okay.
Ладно, пойдем за шубу. По пути зашли в зоомагазин. Здесь такой лежак для кошек и собак. Он, видите, затягивается здесь на ниточку, ну, на веревочку. А у Дженнифер такая косметичка для макияжа, представляете? I almost thought they had an American flag on it too. Все затягивается так, и там у нее ничего не разбивается. Но у нее, конечно, настоящая косметичка. Рыбки красивые, только не фокусируется ничего. Синенькие, мне прям нравится синий цвет. Дженнифер говорит, это те рыбки, которые дерутся друг с другом. Их посадили вот в такие аквариумы. What's going on? Is that radio? Ну, в общем, без лишних слов. You got a fur coat. The best present you can... My very first. Yeah, best present you can bring from Moscow, Russia. With you. Подарочки. Starbucks. So did you were saying this one is for your friends? Mm-hmm. Маленькие для семейной пары, просто друзья. Это она себе. Она фанат матрешек, видимо. I'm saying that you're a fan of матрешка. Ага, тут так вкусно пахнет. Добавки кофе. Gingerbread, coffee nut, toffee nut. No. Okay. И вообще, тут уже Новый год, почти Рождество. Смотрите, даже стаканчики уже рождественские. И много, много, много вкусняшек. Дженнифер счастливая, как не знаю кто, стоит, танцует. Пианички. Да. Oh, you speak English? Yes. Yay! О, надо же, хоть Where кто-то... Where are you from? Russia. Of course. That's great. Thanks. I'm trying to learn Russian while I'm here. Мы зашли просто отдохнуть, немного чаю попить в нашу любимую дачу на Варшавке. Вот так она выглядит. И Дженнифер сидит, выбирает, выбирает. Я ей говорю такая, о, смотри, в первый раз тебе дали меню на английском, и мы даже не просили. Она читает, читает, потом чуть со стула не упала. Говорит, о, действительно, that's English for you. Oh my god, how surprising is that? Ой, она вся светится. Ну, боже мой, знаете, она эту шубу, мне кажется, она с ней спать будет. I'm saying that you're so happy, like, you probably are gonna sleep with that fur coat, you know, you will lay it down next to you on your downy pillow, you know. I'm gonna shut the door and then, like, since nobody's looking. Yeah, ой. Ну и классно. Она улыбается, это на самом деле самое главное. Я думаю, Робсон просто умничка и молодец, что разрешил ей сделать себе такой подарочек. А на ужин у нас селедка под шубой и куриная лапша домашняя, так скажем. Ням-ням. That looks delicious. It does. And smells delicious too. And that's the salad I was telling you about that we're gonna make this weekend for you. Oh. Yeah. Ей форшмак понравился в ресторане русский, поэтому вот, может, сейчас она попробует. У меня тут мохито, а в мохито я вот так вот ставлю, в общем, блеск для губ, который купила в Литуале, тоже со скидкой 50%, мятный Клоранс, и фотографирую его. Ну, что поделаешь. Дженнифер попробовала селедку по шубе, я ей говорю, потому что это достаточно смешно, а что... ну, блюдо называется, как бы, да, fish under the coat, or, как бы, fish under the fur coat, короче, под шубой, и она как раз шубу купила, ей, в общем, понравилось, и она сказала, что она бы хотела, чтобы моя мама приготовила прям целый, ну, салатник, так что вот, ура, ей понравилась селедка под шубой, а вот икра ей не особо красная понравилась, зато черная очень понравилась. Ну что, мы довольные, счастливые и сытые. Будем заканчивать этот влог. Думаю, он получился уже достаточно долгим, поэтому смысла нет продолжать снимать. Нужно забежать за памперсами и за спрайтом, потому что Дженнифер очень любит спрайт. Ну, в общем-то, и на этом наш день уже будет заканчиваться. Хотим вам сказать огромное спасибо, что провели этот день с нами. Мы это очень ценим. Спасибо за все ваши добрые слова, за вашу любовь, за вашу поддержку. Спасибо, что вы у нас такие замечательные есть. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. Всем пока! Say bye! Пока! Peace!